что, друзья, перерыв в нашем гулянии. Дошли мы до пиццерии, в которой дети хотели пообедать. Папа Джонс, да, называется? Угу. Папа Джонс. Заказали пиццу, пообедаем с видом на море. Посмотрите, какое море интересное. Вот эта река, которая впадает, вон тот пляж уже видно на другом берегу реки. Как называется река? Мзымта. Мзымта. Вода такая темно-коричневая. Не знаю, вряд ли от реки. А может быть тоже, что с гор намывает всякую грязь, да? Но имейте в виду, что в речку обычно канализацию всякую сбрасывают. И такая удивительная контрастность. Тут коричнево-грязная вода, а дальше бирюзовая, темно-синяя. Красота. Вон местами даже солнце светит на воду. Пообедаем, поедем домой, а вечером уже отправимся в обратный путь в Анапу. Решили ехать ночным поездом, то есть спать будем в поезде. Где-то 2300 или 2400 за два билета отдали. Это плацкарт с бельем, то есть спокойно поспим. В 6:40 утром будем в Краснодаре, оттуда пойдем на автовокзал и автобусом уедем в Анапу. Вот так закончится наше путешествие. В этот раз мы увидели новый Адлер. В другую погоду, в ненастную. Но гулять здорово. Все-таки растительность, природа, море. Мне понравилось. Ну а вчера вообще мы накупались в море, здорово. Так что в сентябре в Адлере тоже здорово. И погода наладилась уже, смотри, прям вон там солнце светит. Да, пока пообедаем, может быть, уже и будем по солнцу гулять. Но в море вряд ли сегодня будем купаться. Для нас море не главное, у нас в Анапе свое море. Прилетайте, друзья, на юг отдыхать в сентябре. Не бойтесь ненастной погоды. Все-таки ненастная погода, например, в Сибири в сентябре и в Сочи или в Анапе в сентябре. Это две большие разницы. Отдыхать здорово пицца. Вкусно. Понравилось, да? Да? Ася, понравилась пицца? Да, только я счет еще не видела. Боюсь, там 1002 будет не меньше. Да? За 30 минут 2000. Ариш, какая пицца понравилась? Обе. Обе? И даже вот эта перченая? С курицей лучше. Дима, какая тебе пицца больше понравилась? Мне больше нравилась. Я стал южным человеком. Мне надо больше перца. Острова. Да, да ты самолет. Что? О, самолет. Самолет. А вот представьте, мы сидим в кафе и самолет садится. Увидят ли наши зрители? Вон он, самолет. Пошел в аэропорт Адлер. Аэрофлот. Вот так вот кафе с видом на море и на самолеты. Кто-то прилетел купаться.